Игруля, малышуля. Эй, мэтр, что случилось? Не ходи в Клаксоновую долину. Но почему? Там такие жуткие огни на холме. Это призрак шоссе. Точно? Призрак шоссе? Да, и еще эта штука ужасно воет. Вроде как... Погоди, может это просто Фрэнк? Нет, он же совсем не так. Фрэнк, он вот как. А мне показалось, он делает вот так. Что тут происходит? Мне докладывали о таинственных объектах на этом участке. А это всего лишь двое придурков. Что это? Это призрак шоссе! Посторонись! Гражданским тут не место. Сержант, ты в этих очках что-нибудь видишь? Что бы это ни было, оно там. Что-то мне подсказывает, что это не призрак. Вот он! Ты что, псих? Я не псих, я Гудмунд. Гудмунд, не Гудмунд, а режим нарушаешь. Кто таков? А, да, понимаю. Я гонщик. Раллийный гонщик, чемпион из Швеции. Приятно познакомиться, сердитый сержант. Сержант за дело сердится. На гауптвахту бы тебя за такие штучки. Сержант, я думаю, он тоже приехал на кубок. Да? Святые цилиндры! Это же Молния Маккуин! У вас внизу просто отличный трек. Тима, вас слегка, но это мелочи. Вы не составите мне компанию? Простите, но не могу. У меня фар нет. Боишься темноты? Нет, в стенку влететь. На! О! Настоящий солдат должен уметь действовать в любых условиях. Я-ху! Вот это класс! Я буду нестись, как молния во тьме. Thank you.
Поехали! О, да! У тебя фонари, Гудман. Это против ржавого крюка. Какого крюка? Ржавого крюка. Этой сказкой меня пугали еще в детстве. Жуткое чудовище, собранное из ржавого металлолома. Он скитается по ночным пустырям и туманным дорогам и волочит за собой острый, как лезвие, крюк. Эй, мэтр, я хочу тебя кое с кем познакомить. Это призрак шоссе! Ржавый крюк! Найти ссылку на это приложение вы сможете в описании под видео.